Я хочу попасть в шоу, повтори CSGO. И вот мой ролик с выполнением задания. Жду от тебя нужен. Привет, Шок. Я хочу попасть в шоу, повтори CSGO. И вот мой ролик с выполнением задания. Жду от тебя нужен. Всем здорово, друзья, меня зовут Шок, и сегодня я снимаю второй выпуск шоу «Повтори в CSGO». Это то шоу, где вы проявляете свой скилл и доказываете то, что вы умеете играть в эту игру. А также вы получаете вознаграждение за лучшее выполнение испытания. Ну и сегодня у нас испытание такое. Я вам кинул вызов на такой карте, Aim Time Zitril, где вы сможете проявить свою отыгровку на этой карте. Лучшее вознаграждение получает нож в CSGO. И сегодня я сыграл с Пол Клейнсом на этой карте. Я думаю, то, что получилось интересно. Ну а также я сегодня разыгрываю вот этот АК-47 Neon Revolution. Я поменял правила, теперь как только ролик набирает 6000 лайков, я делаю розыгрыш в паблике ВКонтакте, уже не на стримах. Чтобы это было бы все быстрее, потому что ждать какого-то розыгрыша ненавижу. Короче, ребят, все это будем быстро разыгрывать, и у вас есть все правила на экране, ну а также в описании. Ну а мы сейчас идем играть в CSGO и смотреть, что из этого у нас получилось. Let's go. Ребят, мы уже на карте, которая называется Aim Time Trial. И это наш первый выпуск с ютубером, которого зовут Пол Клейнс. Здорово. Привет, здорово. Кукусики, кукурузики, народ. О, окей. Я думаю, то, что нужно можешь начинать. Смотри, тут есть выбор у нас оружек. АК-47, МК и МКС-ка. Я думаю, то, что возьму АК, потому что самый красивый скин. Хотя нет, у меня тут двой. Но он не берется, представь. АК-47 и Императрица 100. О, окей, я сдаюсь тогда. Нам дается по 3 попытки. Мы можем только сделать это 3 раза, поэтому у тебя нет права на ошибку. Попробуй это сделать за 3 попытки. У кого получается время покороче, тот и побеждает. Мы играем сейчас на 2000 рублей скинами в CSGO. У тебя есть эти скины, кстати? Конечно, есть. Это мои последние скины, оставшиеся после времен, когда я, в принципе, в эту игру играл. Уже 4 месяца в нее не херачил нормально. Еще и с ноутбука сейчас. Класс. О, все, отмазался. Да, изи. Новый стол, пацаны, новая мышка, понятно. Окей. Короче, в любом случае, челлендж является челленджем, и мы начинаем это выполнять. Ты на это согласился? Да, давай. Окей, все, дается 3 попытки, сейчас мы расходимся по дискордам, и на счет 3 мы начинаем. 3 попытки, не забывайте, ребят, шансов очень мало. Ладно, чтоб я не забыл, там уже посмотрим. Окей, все, погнали. Я отключил дискорд. И сейчас мы должны вообще не ошибаться. Мое лучшее время на этой карте это было 38 секунд. И это было неделю назад. Мы с Пол Клейнсом на этой карте сейчас сидели около минут 40, наверное, тренировались, чтобы показать хоть что-то интересное. Я знаю здесь несколько фишек, как здесь убивать быстрее и так далее. Я скажу честно, то, что вот эти вот боты, которые двигаются, это самое опасное, что есть на этой карте. Это очень сложно. Вот сейчас я очень сильно опаздываю по времени, у меня уже 34 секунды, 35, а я еще даже не дошел до серфа. Про игроки эту карту проходит за 38 секунд, за 35, и я не долетел, поэтому мне придется вот так вот припрыгнуть. 45 секунд, первый результат, я не знаю, как получается у Пола Клейнса, мне интересно, поэтому давайте посмотрим, что у него получилось. Хорошее начало. Сейчас бы не запрыгну. Обидно, но что тут поделаешь? Что поделаешь, если нуб? Ух, сейчас бы не попасть. Опять бы не попасть. Да что? Ага. Отлично, замечательно. 10 из 10, боже мой. Я лучший игрок в мире. Просто 10 из 10, спасибо большое. Ой. О, собака. Ебой, минута 0-3. Вторая попытка, и мы начинаем. Скажу честно, то, что здесь очень сильно бесит меня такая тема, то, что ты попадаешь в чела, показывается след от пули, но он не умирает, это просто какой-то бред на этой карте. Он существует, и даже у проигроков такое случалось. Они от этого бомбят.
Поэтому все-таки это проблема именно карты, что меня радует. Значит, это не мои проблемы с сервером. Ой, как сложно попадать в этих двигающихся ботов. Ну, кажется, вот эту часть я прошел побыстрее немножечко, чем в первый раз. И сейчас у нас должно быть время, ну, около 41. Если, конечно, я бы допрыгнул. Не, 43 получается. Так, третья попытка. Здесь нельзя ошибаться. Это мой последний шанс показать, кто здесь лучше играет на этой карте. Ой-ой-ой. Ой, хорошо, хорошо. 10 секунда, я на этой зоне. Это хорошо. Так, пули есть. Беру АВП. Убиваю этого префайром. Этого также. Это двойной убийство. Двойное убийство. Этого словить. Это тоже словить. Отлично, беру дигл. Убиваю, убиваю, убиваю. Отлично, 28 секунд. 30. Надеюсь, то, что будет хороший серф. Я тебя умоляю. Давай. Давай, 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 давай. А! Нет. 39 секунд. Блин, на самом деле, был близок к моему рекорду. Мой рекорд 37, кажется. Вне стрима, вне роликов. Но в любом случае, тоже неплохо. 39 секунд. Я считаю то, что я почти что побил рекорд Китрайта. На одну секунду. Почти что. Тоже неплохо, короче, чуваки. Поэтому, ребят, давайте посмотрим, что получается у Бола Клейнса, и мы решим, кто победил в этом выпуске, повторив CSGO. Понятное дело, кроме подписчиков, потому что подписчики всегда жестче нас как-то играют. Я не знаю, как это получается. Вы очень жесткие. Серьезно. Ну что, Пол Клейнс, я закончил. Ну, я тоже закончил. Мне понадобилось 4 попытки, потому что с первой что-то, ну, говно вышло полное. Я упал, я не допрыгнул. Я понимаю, что она тоже считается, а четвертая не считается, да? Да не, если ты такие фейлы делал. Нет, не, все считается, честно, считается, все нормально, можешь не волноваться. А, скажи честно, какое тебе первое время было? Первое время, на самом деле, я не знаю. Там что-то порядка минуты, что ли, там, потому что такое себе. Ну ладно, вот там у тебя рекорд пишется, какой у тебя рекорд? Дело в том, что я на этой карте чуть-чуть подольше, чем мы с тобой снимаем. Вот буквально на минутку, на две. Рекорд там 52, а вот мой, как бы, вот сейчас последний, это 54 с лишним был. Вот. То есть 54, да, с лишним. Ну, у меня сейчас получился на этой карте рекорд 39. Понятно. Поэтому, Пол Клейнс, я объявляю то, что в этом выпуске победил я. Но заметил, что человек, который не играл в CSGO 4 месяца, побил рекорд в свой же 52 секунды. Мне кажется, это тоже неплохо. Ну да, такое. Ну, если не считать 54, который был в ролике. В любом случае, спасибо большое за участие. Ну а сейчас победитель этого выпуска, и кто же у нас получает нож в CSGO? Этот человек уже выигрывает во второй раз. Это второй выпуск, и два раза он выигрывает. Я не знаю, как это делать. Он реально очень жестко играет. Короче, ребят, смотрите, что он сделал. Он выполнил это за 30... Ладно, не буду говорить, смотрите. Шок, я хочу попасть в шоу «Повтори CSGO». И вот мой ролик с выполнением задания. Жду от тебя нож. Всем большое спасибо за просмотр этого ролика, я считаю то, что он получился шикарным. Ну а также следующее испытание, которое будет в следующем выпуске «Повтори в CSGO», я напишу в паблике ВКонтакте «Психушка Шока» перед его съемкой, так что подписывайтесь и следите за ним. Ну а также, если ты тут впервые, то ты можешь подписаться на канал, просто наведи на мой логотип справа. Ну а также слева ты сможешь найти мои другие выпуски «Повтори в CSGO», то есть первые. Смотри,
развивайся в CSGO и делай результаты. За это получай скины на канале Шока. Всем, друзья, спасибо и всем пока. С вами был я, Шок.